Братья и сестры, Христос воскрес! Слава Господу! Мы говорили о Слове, о силе Слова, о влиянии Слова, о работе Слова. Но Слово отделить от Личности невозможно. И мы говорили с вами, что по авторитету, по силе, по влиянию личность равна Слову, и Слово равно Личности. Сегодня я напоминаю Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете...» Заметьте, Бог говорит о нашей повседневной практической жизни. Охватывает всю нашу жизнь и все, что вы делаете. Словом или делом делайте во имя Иисуса Христа. Итак, сегодня мы будем говорить о силе имени Иисуса Христа. Насколько оно сильно в духовном мире. Начну с Ветхого Завета. Исаия 34:9. «Сделай нас наследниками Твоими». Желание Израиля. Быть наследниками Бога. Ответ. «Дам вам наследие народы и земли их». Много? «Сделай нас наследниками твоими», а Бог дает им наследие землю и народы. Да, Божия земля и все то, что наполняет ее, все Божие. Бог дает им временное наследие. Читаю Евреям 9:15. Мы призваны к вечному наследию. Призваны Богом. Там они просят в наследие, а здесь Бог призывает к наследию уверовавших в Единородного Сына Божьего. Призывает к наследию. Вы знаете, чтобы быть наследником, надо быть сыном. Унаследованное и заработанное – это далеко не одно и то же. Итак, что унаследовал Сын Божий? Что наследуем мы, как сыновья, как дочеря Бога? Евреям 1:4. Имя, которое Он, Иисус Христос, унаследовал превыше всех имен. Заметьте, Иисус Христос унаследовал имя. Если было бы сказано, что Иисус Христос унаследовал все планеты, все миры и прочее, прочее бесконечное Божие творение, Он является этим Творцом. Не идет речь о ценностях. Идет речь о имени. И что же мы слышим? Сын Божий унаследовал имя. Когда? Второй псалом. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Итак, вместе с рождением наследуется имя. Когда мы смотрим по родословной шкале, Адамов Божий. Почему Божий? Потому что рожден от Бога. Бог его родил, Он ввел его во Вселенную в присутствии ангелов и сказал: «Да поклонятся ангелы». Все ангелы да поклонятся Ему.
Итак, он унаследовал имя. И мы с вами унаследовали имя. Имя Мария – это данное имя. Иван – это данное имя. А унаследована Мария Ивановна. Иван Васильевич там или Петрович. Имя отца наследуется, а имя личности дается. И теперь Иисус Христос унаследовал имя, и было дано ему имя. И Филиппийцам 2 глава 8-9 стих, там о этом имени следующее сказано. И дано было ему имя превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Унаследованное имя и данное имя. Данное имя отцом, унаследованное от отца. Итак, огромное преимущество иметь наследованное имя. Потому что вслед за наследованным именем получается имя. Дается имя. И дается имя тем, кто родил. Иоанна 1:12-13. Верующим во имя Его дал власть быть детьми Божьими, которые не от плоти, но от Бога родились. Итак, заметьте, преимущество верующего человека, рожденного Богом, рожденного Духом Божиим, рожденного Словом Бога. Огромное преимущество. И теперь, будучи рождены от Бога, наследуем имя Божие. Дети Бога наследуют имя Бога. Теперь, какое имя Бога, данное людям? Кто помнит, какое имя Бога, которое данное людям, которым они могут спастись? Нет другого имени под небом, данного людям, Богом. Каким людям? Уверовавшим людям. Дано имя Иисуса Христа. Итак, мы имеем, будучи рожденные от Бога, рожденные от Духа, рожденные Сыном Божиим Иисусом Христом, который есть Слово, имеем наследственное имя. И данное новое имя. Богом данное новое имя. Мы это находим в Откровении. Верующие Сына Божьего рождены им, наследуют имя и получают новое имя. Итак, в имени кроется многое, а можно сказать все. Дальше. Тление не может наследовать нетление. То есть временное, тленное не может наследовать нетленное, вечное. И поскольку Бог родил нашего внутреннего человека, вечного, родил, теперь нетленное царство Бога как наследникам принадлежит нам. Он наследник, мы наследники Бога и сонаследники Христу. С именем очень много связано. Ефесянам 1:16-17. Молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, прославленный Отец, дал
вам духа премудрости и откровения к познанию Его, то есть Иисуса Христа. Я добавляю сюда и познание имени Иисуса Христа, потому что между Иисусом Христом, мы дальше это увидим, нет различия между Ним и Его именем. Поэтому Бог желает, а апостол Павел, поняв волю Бога, молится о нас, уверовавших, чтобы мы имели от Бога откровение и премудрость к познанию Сына Божьего и к познанию Его имени. Деяния апостолов, 19 глава, 17 текст. Когда об этом узнали иудеи и греки, их охватил страх. И к имени Иисуса Христа стали относиться с большим почтением. К имени Иисуса Христа стали относиться люди, не знающие Бога, с большим почтением. А случай немножечко напоминаю, вы дома прочтете больше. Некоторые сыновья священника Скевы попытались использовать имя Иисуса Христа в изгнании бесов. Бес одолел их, побил их, но главное, что услышали люди? Услышали голос беса. Бесы сказали следующее: «Павла мы знаем, имя Иисуса Христа нам известно, а кто вы?» Заметьте, знают, чтят имя Иисуса Христа, повинуются имени Иисуса Христа, чтят люди, а повинуются бесы. Итак, имя Иисуса Христа на самом деле известно духовному миру. И всякое колено преисподних преклоняется перед этим именем. Имя Твое стало известно врагам Твоим, Исаия говорит, 64 главе, 2 стихом. Имя Твое стало известно как победоносное имя, авторитетное имя, имя, превыше которого нет другого имени под небом. Это имя стало известно врагам Твоим и врагам нашим. Это имя известно, то есть преисподнему миру. Исаия дальше говорит, 65 глава, 5 стих. «Дам им вечное имя, которое не истребится». То есть пророк говорит о будущем, что придет время, и Бог свое имя даст людям. И теперь вот это имя, которое получат верующие в Иисуса Христа, это имя вечное, оно не истребится. Сделайте сравнение. Были в истории человечества большие люди, имя их гремело по всей земле или отчасти, но умерли они, похоронено и их имя. И теперь скажите, имя прошлого, сильного мира сего, может ли быть полезным для вас кого-нибудь? Можете ли вы этим именем решить незначительный вопрос? Не думаю. Умер человек, умерло его имя. Кончилась сила и авторитет этого имени. И больше никогда здесь, на земле, оно не будет в почете, власти, сильным именем, действующим именем, покоряющим народы и так дальше. Никогда таковым не будет, в отличие от нашего Господа. Господь наш жив, Он умер за нас, но и воскрес для нас. Он жив. Имя Его не умерло. Оно живо, как жив Он. Оно сильно, как силен Он. Оно авторитетно и властно, как авторитетен и Он в духовном мире и в физическом. Итак, это имя дано нам, дано Богом. Исполнилось пророчество Исаии.
будет дано им имя, вечное имя, которое никогда не умрет, которое будет все время работать для уверовавших. Оно будет работать в них, оно будет работать для них, оно будет работать через них. Вы знаете, это имя когда-то священников, первосвященников, иудеев перепугало. И вот от них требуют отчета, арестовав их. Деяние 3.16. Имя Иисуса Христа укрепило этого человека, потому что он поверил в силу этого имени. Это исцеленный у красных ворот храма. Шли на молитву Петр с Иоанном, и там калека. И они говорят, золота нет, серебра нет, но что мы имеем? Мы имеем имя. Имеем имя Иисуса Христа. Он нам дал это имя. И мы можем пользоваться, работать этим именем. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. И он вскочил. И теперь они отвечают священникам. Иисуса Христа, которого вы распяли, а Бог воскресил, именем Иисуса Христа стоит здоров перед вами этот человек. Они пришли с одной стороны в ярость, с другой стороны в бессилие. Что могли сделать? Сделали. Побили им, но главное, запретили им говорить и учить об этом имени. Вы знаете, взбунтовался ад. А если все люди узнают об авторитете имени Иисуса Христа, поверят в Иисуса Христа и начнут практиковать это имя, что будет тогда с царством тьмы, с царством века сего? Оно будет терять свою силу, свою власть на земле. Да, это имя страшно для темного бесовского мира. Он перед этим именем преклоняется, слушает, исполняет волю этого имени, когда люди его практикуют в своей жизни. Я читаю еще один текст Священного Писания, 3.18 Иоанна. «Верующий в Него не будет судим, а неверующий уже осужден». Заметьте, потому что он не поверил значению имени Единородного Сына Божьего. Значению имени. Имя имеет огромное значение. И если мы знаем имя, но не знаем значение этого имени, то мы бедные люди. Несмотря на то, что мы христиане, несмотря на то, что мы дети Божии, но если мы не знаем имени Иисуса Христа, так как знает его духовный мир, так как знает его Бог, так как считается с этим именем Бог Отец, как считается с этим именем бесы и дьявол, то мы далеки от практической жизни. Если имя его не является для нас авторитетом, то есть если это имя не принято нами верой, и мы не знаем до конца его влияния, силы, власти, авторитета и так дальше, и не практикуем это имя, все, что вы делаете, делайте во имя Иисуса Христа. Заметьте, во имя Иисуса Христа. А теперь, когда вы делаете плохое, вы делаете во имя Иисуса Христа? Когда вы грешите, вы во имя Иисуса Христа грешите? И многое другое отрицательное. Я не думаю, что вы призываете имя Иисуса Христа в данном случае. Но хотел бы сказать, кто стоит за плохими делами? Кто стоит за плохими словами? Кто стоит за грехом? Кто автор греха? Дьявол. Итак, очень многие люди осознанно практикуют
имя дьявола, согласно с их суевериям. То есть они верят в него, доверяют ему и видят в этом реальное движение, реальные дела. Нет у меня времени говорить некоторые примеры, связанные с одним и с другим именем, но хочу дальше сказать, что во имя Иисуса Христа прощение грехов. Деяния 2:38, 1 Коринфянам 6:11, оправдание именем Иисуса Христа. И теперь Иоанна 14 глава, 13-14 текст. «И если что просите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Заметьте, если обращаетесь к Отцу во имя Мое, то Я то сделаю, потому что Мое имя будет фигурировать перед Отцом, а мы верим в это имя и знаем, когда мы в это имя просим что-то у Отца, то сам Сын задействован будет в этом деле. О, Я то сделаю для вас. Вы употребили Мое имя перед Отцом. Вы признали авторитет, силу и власть Моего имени перед Отцом. Вы верите в Мое имя. И это огромное преимущество, когда мы верим в Его имя. И дальше. И если чего попросите, то есть 14, и если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. То есть, если меня попросите о чем-то в Мое имя, опять-таки Я то сделаю. Бог Отец и Бог Сын равны между собой. Во имя Мое просите у Отца, во имя Мое просите у Меня. И Я то сделаю. Столь сильно Его имя для Него, и столь сильно оно для Отца, настолько оно сильно и властно для темного бесовского мира. У меня еще немножко, братья, и я буду кончать. Первое послание Иоанна 3:23. Очень хорошее место Священного Писания. Заповедь Божия заключается в том, чтобы мы верили в силу имени Иисуса Христа, Сына Его. Запомните, первое послание, 3:23. Заповедь Божия. Это заповедь Божия. Наряду со всеми остальными заповедями, может быть, не менее других, а более. Заповедь Божия есть в том, чтобы мы верили в силу имени Иисуса Христа, так как поверил тот больной. Он поверил в силу имени Иисуса Христа и получил здоровье. Итак, все, что вы попросите во имя Мое, то Я сделаю. Иоанна 20:31. Веруя, имеем жизнь в имени Иисуса Христа. Веруя, имеем жизнь. Не смерть, а жизнь в имени Его. В Его имени имеем жизнь. И в Его имени имеем жизнь вечную. Итак, благослови нас Господь верить в Его имя. Луки 9:49. Мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов. Мы видели человека, жившего до Пятидесятницы, до смерти Господа Иисуса Христа, но понявшего значение имени Иисуса Христа в духовном мире, практиковал это, и бесы покорялись этому человеку, хотя он и не ходил за учениками вместе с другими. Итак, сила Его имени. В конечном итоге мы крестимся в имя Отца, в имя Сына и Духа Святого. Крестимся. Откровение 2:13. «Ты верен
имени моему. Имя мое будет написано на челах их, Откровение 22:4. Итак, братья и сестры, имя Господа Иисуса Христа для нас, унаследовавших то же имя, Его имя. И когда мы выражаемся не в суе, а по вере в духовном мире и говорим во имя Иисуса Христа, это значит что? Что мы носители, мы наследники Его имени. Мы унаследовали имя Иисуса Христа. Мы верим в это имя. Мы доверяем этому имени и силе этого имени. И мы работаем этим именем. Благослови нас Господь. Аминь.